Всем привет! Недавно передо мной стояла задача настроить прибор Astro 712 Pro, но была небольшая проблема. Прибор находился под охраной. Я не мог зайти в меню инженера и сбросить прибор обычным способом. В этом случае можно воспользоваться альтернативным вариантом. Для работы нам понадобится кабель USB-B, претензионная отвертка, пинцет и компьютер с установленным программным обеспечением ПКМ Astro Pro последней версии, скачанный с официального сайта производителя. Итак, приступим. Обесточим прибор. Переставляем джампер. Подключаем прибор к компьютеру при помощи USB кабеля. Переходим на официальный сайт производителя. Вкладка техподдержка. Программное обеспечение. Программное обеспечение для компьютера. Скачиваем программу ПКМ Astro Pro. Запускаем и устанавливаем файл из скачанного архива. После установки запускаем программу модуль смены ПО. В программе отображается подключенный прибор, нажимаем на него и нажимаем на установку заводских настроек. И ждем завершения процесса, наблюдая за индикацией на приборе. После сброса отключаем прибор от компьютера и переставляем перемычку в обратное положение. После включения прибора мы видим, что он полностью вернулся в заводские настройки. А именно, нету разделов. Сбиты настройки даты и времени. Соответственно, я могу зайти в меню инженера и произвести настройку прибора. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, лайкните видео, если вам оно было полезным. Пишите комментарии, если у вас остались вопросы. До встречи в новых видео.